В Актобе озвучили причину дефицита газа на заправках города. Как выяснилось, дело в автовладельцах. Они переоборудуют авто на газ, но не сообщают об этом в регистрационные органы. Отсюда и нехватка топлива. По подсчетам, в городе зарегистрировано около 34 тысяч машин на газе. В среднем им нужно около 7,5 тысяч тонн в месяц. Сколько же транспорта, переведенного на газ, в областном центре фактически никто не знает. Выяснением цифры сейчас заняты полицейские. Те, кто не предоставил сведения о переоборудовании авто, штрафуют на 34 тысячи тенге. Ежедневно при надзоре за дорожным движением нарядами дорожно-патрульной полиции выявляются факты переоборудования без соответствующего разрешения. Так, с начала года выявлено более 50 фактов переоборудования транспортных средств на газбаллонное оборудование без соответствующего разрешения. Виновные лица по статье 590 части 7 Кодекса административных правонарушений привлечены к административной ответственности.